В нашу редакцию обратились жители села Нижнеспасское по поводу сложной ситуации с дорогами. Они жалуются на то, что дороги никто не чистит, и в связи с этим передвижение по улицам существенно затруднилось. Все началось с резкого перепада температур. Дороги почистили не вовремя, и теперь добраться до нужного места или вовсе покинуть село теперь стало настоящим испытанием. Водители передвигаются по улицам с большим трудом, помогает только внедорожник, а дети по пути до школы рискуют получить травмы. Особенно жители переживают за кареты скорой помощи. По их словам, из-за состояния дорог машины вообще не приезжают на вызовы. Невозможно добраться и до автобусной остановки. На этом жители делают особенный акцент. Они просят расчистить дорогу. Для того, чтобы разобраться в ситуации, селяне отправили в прокуратуру несколько обращений. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации в автомобильных дорогах и дорожной деятельности, вопрос организации безопасности дорожного движения, состояния улиц отнесены к полномочиям органов местного самоуправления. С учетом требований действующего законодательства, финансирование заявлений по компетенции направлено для рассмотрения в органы местного самоуправления Рассказовского района, который проверит ситуацию заявителей. Ответ будет направлен в письменном виде органам местного самоуправления в установленном законом срок. Николай Теплов, Никита Желтов, Новости ТВ рассказывает.